Дождались. Получить прививку от ковида можно будет даже в театрах и... По итогам его поездки в казачку. Самые заметные события рассмотрим в акцентах недели. Меня зовут Виктория Калашникова. Здравствуйте. Высока вероятность терактов. Об этом в среду заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев во время визита в Севастополь. В городе-герое прошло совещание по вопросам национальной безопасности на полуострове с участием губернатора Севастополя и главы Крыма.